Всем привет, с вами Аурум, и у меня для вас очень срочный, очень горячий материал, поэтому прямо сейчас прожимай лайкосик, подписывайся на канал и усаживайся поудобнее. Но сначала сам себе ответь на вопрос, с чем у тебя ассоциируется слово «оркестр»? Я думаю, скорее всего, ты себе представляешь скрипки, трубы и вообще какую-то классическую музыку. И да-да, на отчасти это так и есть. Но представь себе, вот просто пофантазируй, что где-то в параллельной вселенной оркестр играет музыку из игры Brawl Stars. Да-да, это, наверное, невозможно себе представить, конечно. Но нет! Ребятки, это реальность! Курский губернаторский оркестр сыграл музыку из игры Brawl Stars. Для того, чтобы использовать эту музыку, музыканты написали до этого несуществующие ноты музыки Brawl Stars для оркестра. Исполнили ее и записали видеоклип, который прямо сейчас предлагаю вам посмотреть. Ну а ссылку на их канал оставлю в описании. Обязательно подпишитесь, потому что такого, по-моему, в мире не делал никто. Оркестр! Играет Brawl Stars! Ребятки, я аж вспотел. Это действительно было очень мощно и очень круто. А самое главное, что эти ребята обратились лично ко мне, чтобы я лично для тебя опубликовал этот ролик и дал тебе прикоснуться к чему-то очень крутого, потому что, ну, оркестр не каждый день играет мелодии из твоей любимой игры, ведь правда? И теперь, возможно, твое мировоззрение перевернулось. Лично
для меня теперь оркестры — это не только классические произведения, но и вообще любые. Мне кажется, теперь мне реально кажется, что они могут сыграть все, что угодно. Не забудь на них подписаться по ссылке в описании. Это не проплаченная реклама, я просто реально считаю, что они очень крутые пацаны. Да и ты, я уверен, теперь тоже считаешь, что они крутые. Также подписывайся на меня, прожимай лайкосик этому видосу, поделись этим роликом со своими друзьями, они такого точно никогда не видели. Ну и, конечно же, вводи код Аурума в магазине. Всех обнял, пока, ребят.